отрадно знакомиться с этим текстом, когда уже песня звучит в душе. Потому что ее звучание, интонации голоса и удивительный оркестр, музыки, он, конечно, очень важен для ощущения, понимания этих строк. Вот каждая песня, она несет свою энергию, и, на мой взгляд, зимние песни сказочного мира, они окутаны такой волшебством, сказкой. И вот эта песня тоже начинается с этого, как бы, настроя на небывалое. Когда за счет того, что за счет этой, может быть, остановки, предчувствия какого-то вот этого, готовности воспринять необычайное, да, начинают происходить чудеса восприятия, когда снежинки превращаются в звездочки, когда вот это говорящими становятся, даже поющими, свечи и образ огня, пламени рождает вот те идеи и образы, которые выражены в названии песни. Я чувствую, что энергия этой песни, она сродни такому очень яркому, однозначному лучу, посланию, может быть, даже огненному, очень, очень яркому. Ведь весть — это то, что актуально именно сейчас. Вот в этой связи то, что звучит, оно в сердце, скажем, того, кто это написал, исполнил, оно звучит такой очень напряженной, счастливой, радостной струной. Каждое слово — это просто вот именно высечено сердцем, наполнено огнем. Эта песня, она как гимн, такой очень душевный, близкий гимн, ликующего, торжествующего сердца. Эти образы, даже благодаря тексту, они выражены большим, написаны с больших букв, они рождаются вот этой, в этом предчувствии чуда. Вечность, бесконечность, зов, любовь, мир, земля с большой буквы, новый век. То есть все то, что, как мне кажется, она призвана такую вот пелену с глаз убрать и открыть вот это сияние вечных ценностей, вечных истин. Очень красивые слова. Их вообще хочется, как, мне кажется, они так и созданы, как девиз дня, девиз года, девиз по жизни. Такие строчки очень значимые, очень весомые. Сама песня, она просто таким, ну, как бывает, понятие, попутный ветер или друг, да, или откровение. Вот эта песня, она и вселяет эту уверенность, эту радость, это счастье жизни, она просто дарит его. Вот. И дарит направление, в каком направлении жизнь течет. Да, вот эта бесконечность, это звездное сияние, это вся, когда проясняет смыслы. Этим она интересна, этим она и друг. Потому что она говорит о главном, дарит эти образы, вдохновляет. И, ну, как бы на очень многих планах, от внимания к таким простым вещам, как снежинки, да, умение видеть в них звездочки, привет с небес. И завершая такими вещами, как единодушие уже сердец людей. Это стремление к доброте, любви, проявление этих замечательных чувств, щедрости, радости во встречах. Чудесная песня, уникальная. Она именно для старта, для полета, для горения, для объединения с
для проявления истины. Это такое, это значение.